Благодаря совместным усилиям городских властей и территориального центра соцобслуживания в городе уже третий месяц действует бесплатный пункт питания. Социальная столовая организована на базе кафе «Виктория» и обслуживает порядка 100 человек в день. Однако в конце минувшей недели обеды в «Виктории» неожиданно отменили из-за кражи. Ну, наверное, кто-то решил 8 марта отметить. С 5 на 6 нас посетили, вернее, посетили вот этот ресторан «Виктория» товарищи. Наверное, быстрее всего, что это были жители нашего города. И, к сожалению, сами у себя взяли тушенку, взяли чай, взяли кондитерские изделия, взяли масло. Не подумав о том, что это пришла гуманитарка для них же. Мы записываем всех. Приходят все, не отказываем никому. Ну а кто-то вот решил подумать только о себе, забыв о своих соседях, о своих друзьях. Мне бы хотелось к ним обратиться. Я думаю, что то, что вы взяли, это не спасет вас. А вот если бы вы это оставили, да еще бы что-то бы принесли вот сюда, это бы спасло бы многих жителей нашего города Харциска, которые сегодня приходит сюда один раз покушать. Неизвестные проникли в заведение общепита поздно ночью, предположительно через окно на кухне. Помимо продуктов, воришки прихватили с собой столовые принадлежности и бытовую технику. Вынесли два телевизора, микроволновую печь, обогреватель. Забрали даже оконные шторы. Сотрудники столовой предполагают, что этот элемент интерьера, видимо, и помог преступникам вынести украденные вещи. В меню социальной столовой пришлось внести некоторые коррективы, однако каких-то существенных изменений в работе пункта питания не произошло, отметила Татьяна Калиниченко. Это был взлом, работали наши органы, надо было все обследовать, сделать ревизию, поэтому мы не работали. Мы не работали ни в пятницу, ни в понедельник. Мы даже в понедельник думали работать, несмотря на то, что это был выходной день. Но у нас было по плану людей продолжать кормить. То есть для нас выходных нет. Точно так же, как и для работников ресторана «Виктория». Мы начали работать, несмотря на то, что произошла кража. Спасибо работникам ресторана «Виктория», что они во вторник смогли все это организовать, все это сделать, приготовить. И мы работаем в том же режиме, в котором мы работали. Получить какие-либо комментарии в Харцизском городском отделе полиции по поводу кражи нам не удалось.